Для жителей старого города в преддверии празднования Наурыза организовали праздничную программу. Поздравил жителей с праздником в ходе мероприятия аким города Темиртау. Дорогие земляки, от всей души поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником Наурыз Мейрама. Наурыз – это праздник мира, праздник созидания, праздник взаимопонимания. От всей души желаю вам добра, благополучия и процветания. Представили праздничную программу темиртауские артисты. Присутствовали на мероприятии и аниматоры. Они развлекали детей и фотографировались с желающими. Очень радостно, когда народ объединяется в такие праздники национальные, когда мы учим культуры других. В общем, я желаю счастья, радости, мира, весны в душе, во всем, во всем. Здравствуйте. Праздником желаю счастья, здоровья, любви, благополучия. Отметим, что праздничная программа, посвященная празднованию Наурыза, пройдет и 22 марта в 12:00 часов на площади Астана. А во Дворце спорта поселка Актау состоялась спортивная программа. Так, в стенах дворца прошли соревнования по казахшакурес. В четырех весовых категориях боролись более 60 участников. Все желающие принимают участие. Далее у нас поднятие гири. Там 16 килограммов, потому что весовые категории не очень большие. Вот распределили до 80 килограмм, кто весит, 16 килограмм, кто более 80 весит. Там 24-килограммовые гири. И перетягивание каната. 8 команд набралось, по 5 человек в каждой команде, то есть 40 человек. Приняли участие в мероприятии спортсмены из поселка Актау. Победители удостоились денежных наград и почетных грамот. Юлия Исланова, Арман Абулхасымов и Сергей Баданин. Новости Темиртау.